Фестиваль национальных театров прикаспийских государств впервые прошел в Дагестане. Открытие прошло в Русском театре. Накануне здесь же и показали первый спектакль. В фестивале участвует 18 театральных коллективов из Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Дагестана, Татарстана, а также из Казахстана и Азербайджана. Спектакли покажут в Дербенте, Избербаше и Махачкале. Также пройдут круглые столы, где обсудят спектакли с участием театральных критиков, мастер-классы для режиссеров и актеров, а также тематические встречи. Завершится фестиваль 29 апреля трагикомедией Азербайджанского государственного драмтеатра «Мертвецы». Напомню, церемония открытия состоялась в Русском государственном театре в Махачкале. Приветствую гостей, первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов отметил, что проведение фестиваля для Дагестана одно из ярких и значимых событий культурной программы, проходящего в этом году года театра. Он имеет огромное значение для развития театрального искусства, культуры Дагестана и всего региона, способствует развитию единого культурного поля с представителями российского зарубежного театрального сообщества.